ходу нашей встречи будем вспоминать наших друзей, людей, которые оказали влияние на нас, с помощью которых мы такие, какие мы есть сегодня. И, конечно, огромную роль в нашей биографии сыграл Буланшалыч Акуджава. Я думаю, что многие люди, которые совпали с Акуджавой по времени и по географии, испытали влияние этого замечательного человека, большого поэта, барда. И до сих пор, вот уже столько лет прошло, этот летящий голос Влада, этот год тоже юбилейный, Влад Шалчу 90 лет исполнилось бы, он продолжает волновать, когда мы слышим его. Так получилось, что песню, которую мы хотим сейчас петь, мы выучили недавно, хотя слышали ее премьерное исполнение, сам Булат пел, и Сергей играл ему. Вот. Но мы как-то тогда были ужасно волновались, сами выступали. Это был вечер литературки в кинотеатре «Октябрьский». И забыли эту песню. И вот прошло много лет, и это как привет Булата, который настиг нас в прошлом году. Это последняя песня, которую Булат Шалыч написал, и посвятил он ее Владимиру Спивакову. Не покладая стараний своих.
скрипочке-то, он на скрипочке-то на мотор мне поет за двоих. Скрип.